Всем привет! В каждой стране есть достопримечательность, на которую строжайше запрещено направлять объектив камеры. Туристам там, конечно, рады, за их счет пополняется бюджет, но вот фотографировать запрещают. За нарушение правил в некоторых государствах карают большими штрафами и даже арестом. Однако смельчаки все же находятся, и сегодня мы покажем вам фото, ради которых пришлось нарушить закон. Поехали! Долина царей, Египет. В гробницах Долины царей фотографировать строго-настрого запрещено. Требуется даже оставлять камеры и телефоны в ячейках на входе. Если нарушитель девушка, то, скорее всего, ее просто выведут, а вот мужчин, как правило, прилично штрафуют. Но некоторым все же удается сделать кадры. Качество фотографий не самое лучшее, но ведь не это главное на охоте за запретными снимками. Президентский дворец. Объединенные Арабские Эмираты. Тут все намного серьезнее. Эти снимки сделал 70-летний турист из США в прошлом году. Отделаться штрафом ему не удалось, и несчастный пенсионер за невинную фотосессию был отправлен в тюрьму. Гоночная трасса Яс-Марина, Объединенные Арабские Эмираты. Еще один запретный объект в Эмиратах – знаменитая гоночная трасса. За снимки этой достопримечательности в тюрьму пока никого не посадили, но если поймают, большого штрафа избежать точно не удастся. Все зависит, конечно, от судьи, но где гарантия, что именно вы не станете показательным примером наказания? Тем не менее, периодически снимки появляются в сети. Административное здание, Белоруссия. Вот вроде бы Белоруссия на Объединенные Арабские Эмираты совсем не похожа. Тем не менее, фототабу здесь действуют аналогичные. В этом году в стране запретили снимать любые административные здания. Тем же, кто отважится на съемку, грозит разборка с полицией. До введения запрета никому и дела не было до построек советской эпохи, но ведь запретный плод всегда сладок. Сикстинская капелла, Ватикан. Громко не разговаривать и не фотографировать – два основных запрета. К счастью, Ватикан пока в тюрьму не сажает, да и штрафы не выписывает, но моральное наказание пойманным будет обеспечено. Выведут и заберут камеру до конца посещения. Однако некоторые все же умудряются снимать себя любимых на фоне старинных фресок. Рослинская капелла, Шотландия. Примерно по таким же правилам живет и позднеготическая церковь в шотландской деревушке Рослин. Штрафовать за попытку сфотографировать интерьер капеллы не станут, но точно пристыдят и выставят вон. Дворец Долмабахче, Турция. Дворец османских султанов славится своей роскошью. В нем сплошь золото, драгоценные камни и богемское стекло. Но все эти изыски останутся только в вашей памяти. За попытку сфотографировать грозит штраф и выдворение из дворца. Однако некоторые все же умудряются обойти запрет. Музей Ван Гога, Нидерланды. До прошлого года щелкать затворами камер посетители музея могли сколько душе угодно, но администрация приняла неожиданное решение – съемку запретить. Что ж, теперь приходится фотографировать нелегально. Бег быков, Испания. Иногда и мероприятие попадает под запрет съемки. Например, в испанском городке Памплона власти не разрешают доставать фотоаппараты и телефоны во время забега с разъяренными быками. За нарушение запрета полагается штраф. В прошлом году мужчина умудрился сделать сразу несколько селфи во время забега, на что полиция заявила, что как только он будет пойман, ему грозит штраф в 4000 долларов. Но пока его поймать не удалось. Мавзолей Ленина, Россия. Существует фототабу и в России. Самый жесткий запрет действует в мавзолее Ленина. Посетителей этой достопримечательности перед входом внутрь тщательно досматривают. Проносить с собой в усыпальницу любую фототехнику категорически запрещено. Внутри по периметру стоят работники мавзолея, следят за каждым шагом посетителей. Казалось бы, в таких условиях сделать снимок невозможно. Как бы не так. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки.